Всем привет! Продолжаем рассматривать картины художников Мартин Шангаур и мастерская «Мадонна с младенцем Иисусом в розовом саду». 15 век, дерево масла, 44 на 30. На представленной картине Дева Мария держит за руку младенца Иисуса. Неправильность черт ее лица, чуть удлиненный нос – заставляет предполагать, что художник запечатлел на картине портретные особенности реальной женщины. Два ангела в голубых одеждах возлагают на Богоматерь царскую корону, а пурпурное одеяние призвано подчеркнуть ее божественное предназначение. В верхней части произведения над головой матери расположено поясное изображение Бога Отца, благословляющим жестом, представленного в образе бородатого, длинноволосого мужа. Голубь, под ним распластавший крылья, символизирует Святой Дух. От него и Бога Отца распространяется золотое сияние, лучи которого достигает голов Богоматери и младенца. Мария восседает на невидимом зрителю троне, находящемся на земляничной лужайке в саду. За ее спиной растут кусты роз, призванные передать невидаемое благоухание, исходящее от нее, упоминающее в молитвах. Слева от Мадонны художник нарисовал лилию, ее неизменный атрибут, символизирующий чистоту. Ну, вот такое описание к работе Мартина Шангаура и мастерской «Мадонна с младенцем Иисусом в розовом саду, 15 век» я нашел в интернете. Текст по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания.